Понятно? Еще раз повторяю вопрос. Подскажите, кто вы такая? Еще раз вам отвечаю. Если вы будете вести фото- и видеосъемку, тем более несовершеннолетнего лица, вы будете отвечать за это. Кто вы такая, на основании чего вы пришли в этот дом? Еще раз вам говорю. Так, я сейчас звоню в полицию. Они только что уехали. На вас уже есть материал. Я звоню в полицию, потому что вы... Кто вы такая? Так. Вы не подскажете номер полиции? Так. Разворачиваемся, зовем полицию. Значит, видеосъемка несовершеннолетнего лица карается по закону.